Мне кажется, самая главная ошибка, которую большинство мужчин совершают при знакомстве с женщиной, заключается в том, что они считают, если баба красивая, то значит и человек она хороший. А некоторые в это даже свято верят. Но хороших людей вообще мало, а учитывая абсолютную эгоцентричность, которая присуща практически всем женщинам, то, скорее всего, дело вы будете иметь с капризной самовлюбленной истеричкой, пусть даже с красивым лицом и хорошей фигурой. А поэтому нужно четко разделять внешность женщины и ее человеческие качества и отдавать себе отчет, что одно с другим никак не связано. Конечно, заниматься сексом с красивой женщиной приятно, но вот жить с ней под одной крышей вам, скорее всего, не понравится. Знаете, начало отношений, когда ты постоянно пиздишь. Он говорит, чем занимаешься? Ты такая, я читаю. Он говорит, а что читаешь? Ты думаешь, сука, иди в пизду, я что ебу, что читаю сейчас, нахуй. Я сижу, чипсы ебашу. Он там, чем ты любишь заниматься? Ты там, я люблю там йогу, медитацию. Что я люблю? Я люблю сидеть, нахуй, ебашить газировку, смотреть тикетоки с чипсами. Все, вот что я люблю, нахуй. Приходится пиздеть постоянно.